Ну и какие выводы мы получили? Ну, мы изучили многоканальные фильтры, многоканальные изображения. Даже немножко потренировались в плане тренировки сверточной нейронной сети на небольшой выборке. Ну и познакомились с очень плодотворной идеей эмбеддинга или распределенного представления. И вот эта идея эмбеддинга, сразу запомните, она будет очень интересно использоваться и на последующих занятиях.